Комитет Сената США по юридическим делам одобрил законопроект о запрете на продажу отдельных видов стрелкового оружия. Теперь биль поступит на голосование в Сенат. Документ был одобрен с перевесом в 10 голосов против 8. Тем не менее, автору биля, сенатору-демократу Дайан Файнстин из штата Калифорния, пришлось выдержать жесткую критику со стороны некоторых коллег-республиканцев. Более полный запрет вряд ли получил бы их поддержку, поэтому законопроект предусматривает запрет не на все виды винтовок и автоматов, а на те, которые выпускаются на базе армейского оружия. Среди них и полуавтоматическая винтовка AR-15, из которой Адам Ланза убил 26 человек в школе Сэнди Хук штата Коннектикут. Кроме того, в биле запрещается продажа магазинов емкостью более 10 зарядов. На спортивное и охотничье оружие запрет не распространяется.